Полицейскими Тувы по горячим следам задержана группа лиц, подозреваемая в покушении на скотокрадство. Дежурная часть полиции Кызылского района поступила сообщение о том, что на пастбище в 5 километрах от автодороги Кызыл-Эрзин в сторону озера Дусхоль пятеро неизвестных, передвигавшихся на легковой автомашине, пытались похитить овец, находившихся на свободном выпасе. Неизвестный рассказал, что, увидев его, мужчины скрылись в направлении Кызыла. По данному сообщению, патрульным нарядам была дана ориентировка на машину. Спустя некоторое время указанное авто было замечено сотрудниками полиции в селе Байхак. Для проверки личности граждане, находившиеся в салоне автомобиля, были доставлены в отдел полиции. Ими оказались 4 жителей города Ак-Довурак и 1 кызылчанин в возрасте от 22 до 28 лет. 4 из них ранее были судимы за совершение различных преступлений. В отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ходе проведения следственных действий изъяты веревка, нож и транспортное средство. С места происшествия изъяты следы обуви, а также протекторов шин от легковой автомашины. Проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время все подозреваемые задержаны, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяется причастность фигурантов уголовного дела к совершению других аналогичных преступлений на территории республики.